В рамках дорожной карты занятости также проводится капитальный ремонт 4 школ, в том числе 43-й в ауле Махамбетова. Мэр города потребовал качества и поручил в срок завершить ремонтные работы. Держите на личном контроле от начала до конца. Нужно ежедневно быть на месте и контролировать, своевременно выявлять и устранять недостатки. К 20 августа все работы должны быть завершены и все должно быть готово ко Дню знаний.